Почему-то опять стал забывать включать. О, наш друг возвращается. Смотри, мне сегодня ему нравится. Самолетик-то? Угу. Долгие ему лета, долгие, блядь. Так тарахтит смешно еще. Пердулет такой. Он как бы немножко нубас. Я уже понял, блядь. Смотри, сейчас он почему-то нас. Он к тебе неровно дышит или ко мне, блядь. А нам вдогонку торпеды пришли, что ли? Ничего себе, блядь. То, это Тавик кидает такими траекториями дикими. Даже не сводит. Бля, ты на хуй идиот, что ты? Что надо, блядь, иди отсюда, блядь. О, блядь. Даже я на авиках лучше играю, блядь. Че летает уже 10 самолетиков? Да, че люстры вешает? Не жалко, блядь. Ой-ой-ой. Кремль плывет к нам. Кремль — это вот эта проблема. Уже сейчас согласен с тобой. Меня, кстати, светит, сейчас я дам желесочку. А у меня 34. Видишь, Кагеру? Секунду, блядь. Я зачем сюда? Вот он, Кагера. Ну так я его и светану. Молодец. Ой, разбирай, 15 секунд до дымов. У нас какая-то альмабари. 7 секунд до дымов. Пошли дымы. Торпеды за кормой. Торпеды, кстати, видел? Да, вроде она должна в остров вляпаться. Одна в остров, вторая, да? Может в тебя вляпаться, а не в меня. Тоже бы не хотелось, блядь. 2 минуты тебе подарил воздуху, блядь, представляешь? Со всех сторон тебя перекрыл. Вот что значит игра командой. Ой, я дотягиваюсь до этого авика почти. Ты сейчас зад подставишь под Альбемарли. Так я... Ты за этим хочу... сюда пришел, да? Да. Я-то в том ахан там нет. Все вырисовывается, блять, в турбину. Только слава богу в нашу сторону, блядь. Пойдем, ну, ты, атакуем Кремль, смотри, что творит, падла, блядь. Может, ты на торпед накинешь? Ну так ты пропустил меня, блядь. О! Сейчас у меня тут друг летит. Пришел, блядь. Я имею в виду авиану. Стреляет по мне кто-то, блядь, попадается, а же не попадается. Опять торпеды по курсу. О, Ромка, наш клиент, блядь. Я стою. А ты убивай Кагеру, блядь. Ой, блядь. Он меня забрал, сука, блядь. Да, жалко, я там где-то ни Кремля не успел сбросить. Зачем и шо? Но он Кремля спас. Да ты, блядь, оттормаживаешься, козлина. Ну хорошо, ты его просадил. Вдвоем-то мы его, конечно, бы... Давай. Эй, тушись, ёпта! С другого борта кидай быстрее. Нет, не успел. Успел. Не успел. Успел бы чуть-чуть. Да. У меня как раз это сработала инструкция. Да, Лютинс не работает на эсминце. Сука. Ну Кагера их вытащил тут даже без вариантов, блядь. Он, видишь, ты говоришь, пропусти меня, и я такой остановился, и он меня в стоячего 4 торпеды киданул. А что-то он у меня так этот я еще сказал, стоит. Пропусти, я не видел Кагеру. Я Кагеру когда увидел, ну уже, это, блядь, понятно. Было уже без разницы. Этот.
У меня он плохо разгоняется, я обычно на него ставил этот. Потому что я разгоны поставил. Он не очень. В общем, деревянный немного. Все предыдущие достаточно бодренькие. И плохо, что по Кремлю не довернул, конечно. Да я плохо, что на Кремля не вышел. Я бы его со своих торпед забрал бы в одну каску. Без вариантов. Мне надо было посмотреть, я мог уже бросить торпеду, он же двигался. О, блядь, авианосец. Да он там постоянно тусит. Тебе этот чудак летал. Накидывать, проходи быстрее. Этот чудак на меня летал. Он, кстати, совсем не попадает. Вообще никуда, так что можешь забить на него. Роман, новые эти ранги будут на бронза, девятки, десятки. А серебро, золото, золото, ой, десятки и супер корабли. Десятки буду катать. Я эти хочу, мне надо пойти забрать. Там 2 дня осталось награды упороться. Сейчас, наверное, пойду. Ты пойдешь в отряд? Я в ранге пойду. Можно сходить, почему нет? Они что катают? Восьмерки? Десятки. Дима, тебя сейчас прокинет на будет Кремль. Да, пошло. Летит немножечко. Которого мы пропустили. Опа, опа. Девятки, десятки, блин, что брать-то? Ладно, я тогда пошел в ранги. А вы это. Ну, отъехал. Круто зовите. Угу. Я отъехал. Ну это скорее всего проигрыш будет. Да разве? Да легко. Пойдемте дальше. Я в бою пока. Давай, как выйдешь, скажешь, и мы пока досмотрим. Угу. Ну, это у меня ранговый будет не быстрый. За ранговый как раз запросто быстро можно. Сейчас Кремль будет так же убок республику убирать, блядь. Да. У меня, кстати, апраксин уже. Странно, что-то на восьмерках у меня в рангах нету этих ПЛок. Даже в очереди их нет. Потому что их не пускают ранги на восьмом уровне. В бронзе же пускают. А в бронзе пускают и авики пускают. Вики в бронзе. А в золото не авики, пускают. А, вики. Серебро. Сейчас прям хорошо. Вириан. Уже. Я, кстати, что-то заметил, что Петропавловску пофиг, чем стрелять по эсминцам. ББшками или фугасами. Он типа пробитие дает этим ББшками по эсминцам. Может, мне везло так? Наконец-то. Так, а я, как всегда, один упорол. Так, пойду я перекурю. Да, давай. А, блин, а Кагера убили.
Так, ну я в принципе готов. Дима откатал. Да, 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 да. Да, все. Я в рангах быстро откисаю. Я в ранге, как в блицы, Ромка научил играть. Прихожу на точку, на центр и стою, откисаю всех. Кидай, я такое не говорю. Приглос. Сейчас. В блицы мы тогда на десятках играли. Ты говорил, блицы. Или блицы? Да, да. Это блицы. Ну понятно. Но я в ранге играю как блицы. Блять, Кутузов. Ты только что просадил. Всем, кто меня слышит, защищайте указанный корабль. Так, чё, надо десяточку, да, подобрать? Опять прилетело. Попробуем так сначала. Саныч, ты тут? Да, здесь, здесь. Вот у меня самое интересное, вот на дельном 60% побед, на Клебере 62% побед. Вот. На Гданьске 60% побед. А если вот брать какие-нибудь инвизеры, ну вот неустрашимый 52, допустим. Холланд 48. Где Шимакас? А, ну на Шимакасе 53, да, тоже вот. То есть на инвизерах у меня похуже. А, я вот что хотел спросить. А, блин, в Адмиралтейство это не зайти. Там итальянский крейсер, ой, крейсер, говорю, этот, эсминец. Не помню, как называется он. И чё? А, это река Альвара де Базан, наверное. Он нормальный, нет? Ну, обыкновенный эсминец там. Не выдающийся, ничего особенного. Маскировка у него очень хорошая. Что-то там в районе 6. Стреляет далеко, на 15 километров. Сука, ну почему у нас на авиках одни идиоты играют, блять? Ну как им объяснить, что они идиоты, блять? Напиши им в чат. Ну, только что и остается, блять. Авик, ты идиот, блять.
Да, проигрыш, блядь. Ёбаный дурак, блядь. Стоило выжить, блядь, все бы было хорошо. Ты на чем пытался? Да какая разница, на чем я пытался, блядь, просто, ну... Всем привет. Здорово, привет. Здорово. Привет. На Геринге я пытался. Пытаетесь?